Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня. А еще для того, чтобы напомнить вам про одну замечательную добавочку, которую я добавляю практически везде. Куда только можно и куда нельзя. Можно везде. И в супы, и в салаты, и на бутерброды. Вот она замечательная эта штука, кунжут. В данном случае обычный белый, поджаренный слегка на сухой сковородочке. Какой волшебный аромат. Ну, говорят, черный полезнее в 3 раза, но почему-то мне белый больше нравится. А может быть, я черный уже забыла, какой на вкус. Надо, кстати, для разнообразия купить и, может быть, даже смешивать. Будет вообще очень даже красиво. Чем знаменит кунжут? Ну, конечно же, и своими жирными кислотами и жирами, как в любом таком орехе, семени, есть тут много полезных жиров. Но еще чем он знаменит? Тем, что здесь много кальция, больше даже, чем в молочных продуктах, хотя и усваивается он немножечко хуже. Ну, зато это очень вкусно и просто. Вот так вот держать на столе вот такой емкость небольшую с поджаренным уже кунжутом и добавлять везде. Я стараюсь делать это постоянно, поэтому просто решила вам сегодня напомнить, чтобы вы тоже про такие штуки не забывали. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня на здоровье. Обязательно. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Под видео поставьте лайк, на канал мы подпишитесь. И оставайтесь на связи. Я стараюсь вам каждый день рассказывать что-то новое, интересное или напоминать про важное, что, конечно же, тоже помогает нам оставаться в форме. Потому что, когда мы забываем о важных вещах, простых, элементарных, и все ищем какие-то небывалые секреты стройности и здоровья, в результате что происходит? Вся жизнь в поисках, а простые вещи мы не делаем. Поэтому я вот такая у вас напоминалка. Пользуйтесь, покажу. И никогда не сидите на диетах. И все у нас получится. Всего вам доброго. Пока.